не смоет любовь, ни ссоры, ни версты. Продумано, выверено, проверено. Подъявля торжественно стих строкоперстый. Клянусь, люблю неизменно и верно. Вот этот странный персонаж по имени Алексей Круглов появился где-то на пороге этого века. Появился из хорошей семьи, у него были хорошие учителя. Он стал играть музыку, которая не соответствует ни хорошей семье, ни хорошим учителям. Он имел хорошую джазовую подготовку, вполне традиционную, давшую ему возможность получить разнообразные премии. Молодежные сначала, потом довольно взрослые премии. Однако тут же он встал в оппозицию джазовому истеблишменту. И получил такое в определенных кругах прозвище «авангардист». Заодно появился так называемый «Круглый бэнд». Некоторые думают, что это связано с его фамилией. На самом деле это совершенно не так. «Круглый бэнд» — это сообщество музыкантов, которые готовы играть не квадратную музыку. Может быть, круглую, может быть, овальную, может быть, какой-нибудь еще формы, но не квадратную музыку. «Круглый бэнд» — это площадка для многочисленных экспериментов. Причем не только музыкального свойства, но еще и музыкально-литературного. Потому что Леша Круглов сразу же обратился к литературным источникам самого разного рода. И в первую очередь к источникам столетней давности. Я сейчас скажу, почему это произошло. Но, конечно, были и другие источники. Был и Джон Колтрейн, был и Орнет Колман. Было очень многое в его творчестве, которое дало ему возможность взаимодействовать с музыкантами сначала ближнего круга. Он играл с Владимиром Тарасовым, он играл с Владимиром Чекасиным, он играл позже уже с Вячеславом Ганелиным. Он взаимодействовал с участниками других ансамблей, с такими как Архангел Огородец, Олег Юданов. У него сложились замечательные взаимоотношения с проектом «Второе приближение». Кстати, сегодня в гостях у круглого бэнда лидер «Второго приближения», пианист Андрей Разин. А где он, кстати? Он выйдет к нам? Он спрятался. Вот он, Андрей Разин, да. Сегодня он в гостях. Мы все у него сегодня в гостях, потому что вы тоже участники того, что будет происходить в программе «Люблю». А потом дальше пошли всякие иностранцы. Иностранцы самого разного рода. Они приезжали сюда, играли с удовольствием с Алексеем. Это были эстонцы, немцы, австрийцы и бог знает кто еще. С ними вместе он начал устраивать Лео-фестивали. Он невероятно активен. И пусть никого не вводит в заблуждение, его вот эта такая характерная, сейчас, правда, ее нет, такая наивно смущенная улыбка. Вот да-да-да, вот примерно вот такая. Нет, не ведет в заблуждение, он очень активен. Он распространяет свою активность на разные города, он устраивает эти фестивали в разных городах, он выпускает огромное количество пластинок, дисков теперь называется. А уже многие потеряли счет, он сам не разбирается в своей собственной дискографии. И все это вместе — это темп. Это скорость, это невероятное желание постичь все и захватить всю Вселенную. Кстати, это характерно для тех людей, с которыми он контактирует через век, с художниками-футуристами. Они тоже смотрели в будущее как на скорость и на темп, как на урбанизм, который охватил все, все горизонты, на которых дымятся трубы заводов, ездят паровозы, летают самолеты. Вот этот темп, это совершенно невероятное движение захватило этого музыканта. Собственно говоря, это происходило в 20-е годы. В 20-е годы между джазом и русским авангардом сложились особые отношения. Действительно, вот этот урбанизм и шумы, дымы, которые распространяли заводы, фабрики, строящиеся, будущие, они были сходны с тем джазом, который тогда имелся в виду. Более того, Валентину Парнаху и Леониду Варпаховскому даже приходилось оправдываться по поводу своих джаз-бандов. Например, Валентин Парнах, это человек, который впервые привез джаз в Россию, писал в своей статье, которая называлась «Джаз-банд не шумовой оркестр». «Джаз-банд — это оркестр синкоп, прорезаемый диссонансами, строго соблюдающий мелодию, не основанный на фоноизобразительности и звукоподражательности. Шум, то есть треск, гротескный писк, возглас сирен, лишь приходящий элемент». На самом деле это очень важный элемент. Элемент, который создает вот этот цех, в котором масса инструментов.
Все они странным образом устроены. У них очень много разного металла, закорючек, клапанов. Все это движется. Вот посмотрите, вот этот прибор. Он весь металлический. У него действительно множество рычагов. Не хватает только лампочек, есть уже тумблеры. И есть человек, который этим всем управляет. Его называют обычно музыкантом. Вы посмотрите, симбиоз вот этого железного и управляющего. Это же настоящий станок с программным числовым управлением. Называется станок с ЧПУ. И именно такой станок с ЧПУ извлекает из этих инструментов музыку. Но между служб, доходов и прочего со дня на день очерствевает сердечная почва. На сердце тело надето, на тело рубаха. Но и этого мало. Один идиот манжеты наделал и груди стал заливать крахом малом. Под старость похватится. Женщинам мажется, мужчина по мюллеру мельницей машется, но поздно, морщинами множится кожица. Любовь подсветет, подсветет и скукожится. Масса. Грамматиком учим дурни и дурмы. Меня ж из пятого вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы.
в вашем квартирном маленьком мирике для спален растут кучерявые лирики. Что вы ищешь в этих болоночных лириках? Меня вот любить учили в бутырках. Что мне тоска в Обломском лесе? Что мне вздох от видов на море? Я вот в бюро похоронных процессий влюбился в глазок 103-й камеры. Глядят ежедневные солнца, зазнаются, чего, мол, стоят лучёнушки эти. А я за стенного, за жёлтого зайца отдал тогда бы всё на свете. Французский знаете, делите, множите, склоняете чудно, ну и склоняете. Скажите, а с домом спеться можете? Язык трамвайский вы понимаете? Птенец человечий чуть только вывелся, за книжки рукой, за тетрадные действи. А я обучался азбуке за вывесок, листая страницы железа и действия. Землю возьмут, обкорнав, ободрав ее, учат, и вся нас крохотный глобус. А я боками учил географию, недаром же на земь ночевкой хлопаюсь. Мытья Толовайских больные вопросы, была ли рыжа борода Барбароссы? Пускай не копаюсь в пропыленном история, любая в Москве мне известна история. Берут добролюбого, чтоб зло ненавидеть, фамилии шпротив, скулит родовая. Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая. Научатся, сядут, чтоб нравиться даме, мыслишки звякают лбёнками медненькими. А я говорил, с одними домами, одни водокачки мне с собеседниками, окном слуховым внимательно слушая, ловили крыши, что брошил в уши я. А после, а ночи, и друг от други трещали, и язык ворочая, флюгер! Thank you.
смотрю, где эта ваша любовь, где ее искать. На сцене стоит девушка с трубой. Барышня, как вас величать? Юлия. Юлия. Труба – она. Юлия – тоже она. А все вместе – образ будущего. Вполне брутальный, между прочим. Вот как тот самый завод и паровоз, и мост, и дым. Отдать бы ей розу, и вот она уже любовь. И где найти вот это объединение, которое позволит нам брутальность в будущем превратить в истинное, желаемое будущее? Впрочем, есть возможности. Вот, например, железная дорога. Не обращали внимания? Она железная. Но с другой стороны, это она. У нее есть стрелки, у нее есть занос, она опаздывает иногда. Совершеннейшая женщина. Можно дальше пойти. Луна. Многие стремятся ей овладеть. Луной. А вы себе представите, это очень любопытное действие. Есть и дальше, есть Вселенная, она тоже она. Кстати, Вселенная построена на необычной логике. Не на той, которой обычно пользуются мужчины. Так что здесь у нас тоже огромные возможности. И эта Вселенная не знает, что такое добро и зло. Ей не знакомо понятие справедливости. Она не знакома с юмором и с музыкой. Это Вселенная, в которой должна царить особая любовь. Та самая, которую Джон Колтрейн назвал высшей любовью. Love Supreme. Та самая, которая не сводится к любви между мужчиной и женщиной. Не сводится к любви матери, к ребенку. И даже к родине. Это совсем другая любовь. Та, которая, взяв математику, создает с помощью любви из этой математики музыку. Взрослых дела, в рублях карманы, любить, пожалуйста, рубликов за 100, а я бездомный, ручище в рваный карман засунул и шлялся глазастый. Ночь, надевайте лучшие платья, душой отдыхаете на женах, на вдовах, меня Москва душила в объятиях кольцом своих бесконечных садовых. Распашку сердце почти что снаружи, себе открывай солнцу и лужи. Входите страстями, любовями власти, отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю сердце дом я, оно в груди любому известно. На мне ж с ума сошла анатомия, сплошное сердце гудит повсеместно. О, сколько их, одних только весен, за 20 лет распаленного варена. Их груз нерастраченный просто не сносен. Не сносен не так для стиха, а буквально.
больше, чем можно, больше, чем надо, будто по этому бреду во сне навис. Комок сердечный разнесся громадой, громада любовь, громада ненависть. Под ношей ноги шагали шатко, ты знаешь, я же ладно слажен, и все же тащусь сердечным придатком, плеч подгибая косую сажень, вскипаю стихов молоком, и не вылиться, некуда кажется, полнится заново, я выкормлен лирикой, мира кормилица, гипербола прообразом опасного. Поднял силачом, понес акробатом, как избиратели зывают на митинг, как села в пожар созывают на батом. Я звал, а вот оно, вот возьмите, когда такая махина ахала, не глядя пылью, грязью, сугробом, там я от меня ракетой шарахалась, нам, чтобы поменьше, нам вроде дангопы. Нести могу, и несу мою ношу, хочу ее бросить, и знаю, не брошу. Распор не сдержат ребровые дуги, грудная клетка трещала с натуги. Мячиком. И каждое чудо будто видится, где дама вкопалась, а где девица, такого любить, да я таки ринется, должно укротительница, должно изыринца, а я ликую, нет его иго, от радости себя не помня, скакал индейцем свадебным прыгал, так было весело, было легко. We'll be right back.
Владимирович Калиновский. Атлет, агрессивный, настоящий трибун с громовым голосом. Есть два места в Москве. На одном он стоит как живой. Это площадь его имени, прямо на постаменте. Владимир Маяковский, слева от него Чайковский, справа Пекин. Перед ним широкая улица, на которой вечные заторы, под ним то митинг, то ремонт. Маяковский смотрит на все это и сравнивает с тем будущим, о котором он когда-то думал. Есть еще и одно место. На Лубянке, там его музей, там он не живой, там он тоже много чего насмотрелся за все это время. А порой рядом с памятником появляется человек с футляром, в футляре саксофон. Вот этот человек. Он все время пытается понять, что искал в будущем тот Владимир Маяковский, и пытается сам искать в этом будущем то, чего не хватает в настоящем. А в настоящем достаточно разных механизмов, разных движений, очень быстрый темп жизни. Но самое главное – это душа вот этих людей, которые рядом с механизмами или в ней. Вот тех самых, которые играют на барабанах, на тубе, на бас-гитаре, на трубе, на флейте, на саксофоне и на этом ужасном, черно выкрашенном рояле. Один не смогу, не снесу рояля, тем более несгораемый шкаф. А если не шкаф, не рояль, то я ли и сердце снес бы, обратно взяв. Банкиры знают, богаты без края мы, карманов не хватит, кладем несгораемый. Любовь в тебя богатством в железо запрятал, хожу и радуюсь крезом, и разве, если захочется очень, улыбку
возьму пол улыбки и мельче. С другими путя протрачу полночи рублей 15 ленической мелочи. В гавани. Поезд и тот к вокзалу гонит, но меня к тебе и подавни, и я же люблю, тянет и клонит. Скупой спускается в пушинские лица, подвалом своим любоваться и рыться. Так я к тебе возвращаюсь, любимая, мое это сердце, любуюсь моим я. Домой возвращайтесь радостно, я к тебе возвращаюсь, разве к тебе идя, не иду домой я. Земных принимает земная луна, к конечной мы возвращаемся к цели. Так я к тебе стремлюсь, но плотно, едва расстались, разведелись еле. Моют любовь, ни ссоры, ни версты, продуманно, выверенно, проверено, подъемно торжественно, стих строговерстый, клянусь, люблю неизменно и верно, клянусь, люблю неизменно. Люблю неизменно и верно. Люблю, люблю.
Спасибо огромное. Итак, Михаил Михайлович Митропольский. Владимир Круглов. Еще одна главная. Наш большой друг, приглашенный гость этого проекта, Андрей Разин. Андрей Башев. Олег Шумцов. Наши прекрасные дамы, участницы круглого бенда, это Юлия Маликова. И Ольга Сорокина. Также Елена Торопова. И наши большие друзья, участники массовки. Всех поименно, конечно, не представишь. Но спасибо вам огромное. Можно просто им поаплодировать. Основатель и лидер круглого бенда, автор музыки к этой композиции, постановщик, сценарист Алексей Круглов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До новых встреч.